Я спортивнее вас. Правда? Может, тогда проведем соревнования и посмотрим, какой ты спортивный? А призы будут? Конечно, будут. А какие? Это игрушки тролли от Hasbro. Нужно немного пофантазировать, и вид браслета может меняться. Вот у меня модный аксессуар. Я почти как одна из героинь мультика троллей. Кузя, Мила, Амелия. Победила Амелия. Что? Почему? Вы сукатили шарики, и я их забрала. Ха-ха. Ноль, победила Мила. Ха, обставила вас двоих. В прошлый раз я выиграла, значит 1-1. Кузя, мы идем на зарядку, ты с нами? Нет, спасибо, я дома посижу. Пойдем, тебе бы тоже не помешало размяться. Зачем? Я же в футбол играю. Футболистам тоже нужна зарядка. Мы и так делаем ее на тренировках. Ага, ты уже неделю на тренировке не ходишь. Смотри, какое пузо отъел, скоро с дивана не встанешь. Чего? Ты от тренирований вас обею. Ну, конечно. А теперь идите, не мешайте мне обедать. Эй, отдай! Хватит, тебе пора вести здоровый образ жизни. И что ты от меня хочешь? Мы вернем твой обед, если ты пойдешь с нами на зарядку. Ладно, пойду с вами на зарядку, только отстаньте от меня. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Стоп, а где Кузя? Его долго нету. Наверное, объелся и спать лег. Я пойду посмотрю. Кузя! Вот лентяй. Амелька, а давай? Ага, давай. А, что случилось? Просыпайся, пора на зарядку. Зачем вы это сделали? Нечего спать на тренировке. Ты обещал, что пойдешь на утреннюю зарядку. Ну я немного задремал. Хочешь, могу помочь проснуться? Не-не-не-не-не, я уже иду на вашу, как я там, зарядку. Давайте, повторяйте за мной. Раз, два. Может, займемся чем-то другим? А что такое? Устал? Нет, просто наклон, это скукота. А чем ты хочешь заняться? Я хочу поесть и поспать. Так не пойдет. Мы договорились, что ты сегодня ведешь здоровый образ жизни. Тогда давайте побегаем. Хорошо, бегать полезно, избавить тебя от булочек, которых ты съел. Благодаря футболу я бегаю, как настоящий профессионал. Хорошо, сейчас мы это проверим. Бежали. Кузя, куда ты так спешишь? Видите, я же говорил, что я в лучшей форме, чем вы. Раз ты такой спортсмен, тогда давай на перегонки. Кто быстрее пробежит 3 круга, тот и победил. Тогда вы признаете, что я спортивнее, чем вы? Да, признаем. Зря он так спешит. Кузя пробежал уже 2 круга. Не думаю, что мы его обгоним. Зря я предложила эту гонку. Теперь будет ходить целый день и хвастаться. Не беспокойся, мы успеем его обогнать. Почему ты так уверена? Скоро сама все увидишь. Я больше не могу. Чего лежишь? До финиша рукой подать. Вы бегите, а мне нужно немного отдохнуть. Кузя! Да, сейчас, еще немного. Уже все, мы обогнали тебя. Как обогнали? Пока ты тут лежал, мы пробежали все 3 круга. И даже не устали? Нет, потому что мы не спешили. Вам просто повезло. Если бы ты так не торопился и не устал бы, и добежал до финиша. Все равно я спортивнее вас. Правда? Может, тогда проведем соревнования и посмотрим, какой ты спортивный? Давайте, я легко вас обыграю. Всем привет! Что это?
сегодня ты будешь нашим судьей. Судьей? Что у вас случилось? Кузя думает, что он все еще хороший спортсмен, даже лучше нас. Я не думаю, а знаю это. На самом деле он бездельник. Эй, я вообще-то все слышу. Поэтому хотим устроить соревнования, чтобы проверить. И вам нужна моя помощь? Хорошо, я буду вашим судьей. А призы будут? Конечно, будут. А какие? Это игрушки тролли от Hasbro. Если ты хочешь игрушки от Hasbro, ты сможешь купить их в любом магазине игрушек в своем городе. Тролли? Сейчас как раз в кинотеатре идет этот мультик. А я знаю, я уже ходила в кинотеатр и смотрела этот мультик. Мне все понравилось. Вот такой красочный, и прически у троллей очень красивые. Ребят, я вам тоже советую посмотреть этот мультик. Ну так что, давайте начинать? Да, я уже хочу поскорее победить и открыть игрушки. Ну что, готовы? А эта штука нам зачем? С его помощью мы выберем соревнование. Вот ваше первое соревнование. И что это значит? Смотрите, вон туда. Видите вот эти шарики? И что с ними делать? Вон там у каждого из вас есть корзина. Через минуту победит тот, у кого будет больше всего шариков. Понятно. Готовы? 3, 2, 1. Время еще идет, раунд не закончился. И что нам теперь делать? Шариков нет, а время есть. Кузя, ты обалдел? Это мое! Эй, верни, там один мой, я сказал, верни. Уйди с дороги. Третий раз повторять не буду. Ничего ты не получишь. Отдай, он мой. Нет, мой. Быстрее, время на исходе. Отпусти. Он мой, отдай. Помоги. Мне. Это мой шарик, отдай. Нет, хватит трогать мои шарики! Пусти! Резинку еще мою забрал! Все. Время вышло! Кузя, Мила, Амелия. Победила Амелия! Что? Почему? У нас же было одинаковое количество шариков! Вы сукатили шарики, и я их забрала! Судья, разве так честно? Да, правила не запрещают подбирать чужие шарики. Вот видишь, Кузя, ты провалился. Ты вообще-то тоже. Один конкурс еще ничего не значит. И что теперь нужно делать? Вот, держите, это платочек. И что с ним нужно делать? У вас есть 1 минута. Победит тот, у кого останется этот платок. А платок только один? Конечно. Разыграйтесь, кто из вас начинает игру. Давай разыграем. Давай, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Я победила. Теперь давай со мной. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Я выиграл. Попрощайтесь с платочком, вы его больше не увидите. С чего такая уверенность? Потому что вам его у меня не забрать. Ну все, начинаем. Я бы на твоем месте так не говорила. Не понял, куда он подевался? А ну отдай! Тут он меня не найдет. Я нашла. Верни! В этот раз моя очередь побеждать. Ага, попалась, попалась. Ага, попался. Тупик. 3. Вот ты и попалась. 2. Отдавай платочек. Не отдам. 1. Ха-ха. 0. Победила Мила. Ха, обставила вас двоих. В прошлый раз я выиграла, значит, 1-1. А Кузя еще ни разу не выигрывал, зато рассказывал, какой спортсмен. Если бы мы играли в футбол, я бы вам такое показал. Последний конкурс. Внимание на колесо. Пусть это будет футбол, пусть это будет футбол, пожалуйста. Ура, получилось! Кроссовки, это значит футбол. О, нет, нет, нет! Кажется, сегодня не твой день. А что значит этот сачок? Рыбалка. Каждый из вас должен выловить из бассейна больше предметов, чем другие. Чем больше предмет, тем больше очков вы получаете. А разве шарики не одного размера? Некоторые из них сдулись и стали меньше, а значит за них вы получите меньше очков. Надеюсь, этого хватит, чтобы победить. Я постараюсь наловить много маленьких шариков.
Неправильно ты делаешь, Амелька. Нужно ловить большие, как вот это. Не думай, то, что ты сможешь его выловить. О нет, мой сачок! Эй, утопишь сачок, придется покупать новый. Сейчас я его достану. Сейчас буду считать ваши шарики. Кажется, Амелька и Мила поймали одинаковое количество шариков. Ого, какой большой шарик, я с ним точно выиграю. Эй, я тебе не шарик. Амелия поймала самый большой приз в бассейне, а значит занимает первое место и получает игрушку суперзвезда Поппи. Ура! Второе место получает Мила с ее хорошим уловом, ей достается тролли Делюкс. Ура! А третье место Кузи, потому что он ничего не поймал, ему достается браслет с шариками. Что это? Приз за победу. Браслет – это все девчачьи штучки. Спасибо, но я лучше пойду домой. Хватит с меня сегодня. Тогда браслет достается мне. Ура! Я так хочу посмотреть, что там внутри. Тогда давай откроем и посмотрим. Пошли. Мне самая главная героиня мультика – Розочка. У нее такие приятные волосы на ощупь. А еще у нее двигаются ручки и голова. А самое главное – то, что она поет песенку. А у меня подружки аксессуары, с помощью которых можно создать сценический образ куколкам. Расческа, обувь и аксессуары. Девочки, посмотрите, какая красивая коробочка в форме проигрывателя. Нужно немного пофантазировать, и вид браслета может меняться. Вот у меня модный аксессуар. Я почти как одна из героинь мультика троллей. Вот, смотрите, круто? Да, а я себе такое сделала. Я вспомнила кое-что, сейчас вернусь. Ну что, девочки, мы теперь все вместе похожи на розочек.